пятницу в Самарской области облачно, осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем 10-13, тепла ночью плюс 3, плюс 4 градуса. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 9 градусов, ночью плюс 4. Юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 11, ночью плюс 4 градуса. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь, плюс 11 градусов днем, ночью плюс 3. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.